Фотография как вид искусства в Брянске становится все более популярной. Овладеть навыками этого мастерства, видеть необычное в обычном, сегодня стараются десятки, если даже не сотни людей. И как раз для таких творческих личностей был организован фотоконкурс «Брянск. Живой город». Инициаторами акции выступили представители группы компаний «Команда 32.ру» при поддержке «Мастбанка». На конкурс прислали работ, ну там около 300 работ было на самом-то деле. Отбирали непрофессиональные жюри, абсолютно простые люди, работники банка, которые говорили, нравится или не нравится фотография. Ну а мы уже определяли ту двадцатку финалистов, которые потом выставляли на голосование на сайте brianska.ru. Любой желающий мог выбрать всего лишь одну из 20 работ финалистов. Голосование велось в интернете, либо в офисе Мастбанка. За это время команде 32 удалось создать праздник. Праздник, который получили и конкурсанты, и голосующие. А мы за это время успели познакомиться с ними. Некоторые стали клиентами, но я думаю, что обоюдная выгода. С появлением в Брянске офиса Мастбанка хотелось бы внести в жизнь всего города что-то новое, творческое и креативное, отмечает управляющий регионального офиса Андрей Черных. На церемонии награждения победителей фотоконкурса практически нет официоза. Скорее царит теплая дружеская обстановка. Дарусов Михаил! Молодцы! Заслуженный приз, считаю. Вот, мало. Вот. А это чтобы на стеночке висело. Первым трем призерам от Мастбанка достаются ценные и очень полезные подарки. Лучшие по итогам голосования фотографы получили айпады и памятные грамоты. Анастасия Аветисян на какой-то момент не может сдержать эмоций. Она в числе победителей. Хотя, как уверяет эта девушка, в конкурсе она поучаствовала абсолютно случайно. Конкурс настроен на то, чтобы люди развивались. То есть им было к чему стремиться. Я очень рада, что такое делают у нас в Брянске. И хотелось бы еще больше таких конкурсов. Как обещают организаторы, таких конкурсов будет больше. Причем не только конкурсов фотографий. Живым Брянск делают творческие люди. И это очень важно, давать как можно больше поводов для самовыражения. Виталий Угримов, Сергей Ковач. События. Брянск.